В мире существует огромное количество умельцев, способных сделать самые невероятные экземпляры. Но у нас, мне кажется, мастеровитых мужиков хоть отбавляй. Изначально, когда я впервые увидел данный грузовик, мне показалось, что это КамАЗ. Ведь его кабину тяжело перепутать с какой-то другой. Но уж больно он короткий. Посмотрев на его шасси, мне показалось, что это ГАЗ-66, Шишига. И здесь я тоже ошибся. Так что же это за аппарат? И откуда у него растут ноги? Если честно, мне самому было очень интересно это узнать. А ведь и на самом деле его базу можно спутать с ГАЗ-66. Но это не так. За основу была взята рама от ЗИЛ-131. И сильно укорочена. А вот мосты, колеса, раздатка здесь действительно от Шишиги. Силовым агрегатом служит двигатель от трактора МТЗ, ММЗ. Вот примерно так и получился этот отличный и незаменимый помощник в домашних делах. У грузовика установлена крановая установка на 2 тонны. А вот еще один странный аппарат. Если посмотреть сбоку или сзади, покажется, что это Шишига. Но ведь это не так. 90% всех узлов и агрегатов здесь от японского грузовика, в том числе и силовой агрегат. Остальные 10% раздатка мосты здесь от Шишиги, ГАЗ-66. А как вы относитесь к подобным технологиям? Из нескольких доноров собирать вполне достойный аппарат. На этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч!